Привет, друзья! Сегодня мы будем наполнять наш дом уютом с помощью ароматного саше в рамке. Оно универсальное и будет выполнять сразу несколько функций. Для изготовления саше нам потребуется фоторамка, свою я покупала в магазине Fix Price за 27 рублей, перец с черным горошком, семена чиа, кунжутные семечки. Вы можете взять все, что угодно по своему усмотрению. Также я добавлю дольки лимона и апельсина, шишку и, конечно же, свечи. Свечи у меня будут в количестве 3 штук. Ну как, это было изначально. Я их надрезаю немножко и затем обламываю. Чтобы не повредить фитиль, он нам пригодится куда-нибудь потом. Вот, почему свечи были изначально в количестве 3 штук? Потому что, когда я растопила их и стала брать, я не учла, что миска очень горячая, и, в общем, пол свечи у меня вылилось на плиту, так что будьте очень аккуратны. Я вынимаю внутренности из рамки и переворачиваю бумажку, чтобы ничего не просвечивало, никакие буквы. Хотя, в принципе, и так не должно просвечивать, потому что все будет белым цветом, матовым. Вот. Итак, растапливаем свечи. Делаю я это на водяной бане. Занимает это где-то минут 10, может быть 12. Там остаются какие-то вкрапления, откуда они берутся, я не знаю. Вот, я добавляю эфирное масло лимона. Вы можете взять совершенно любые масла, вы можете сделать любую композицию. Аккуратно-аккуратно выливаем это все в рамку. Аккуратно, потому что стекло может лопнуть. Остатки я все-таки выливать не буду, чтобы они остались в миске. Вот пятно, которое вы можете наблюдать, белое, это ничего страшного. Я не знаю, откуда оно взялось, но с обратной стороны ничего не протекло. В любом случае, оно закроется у меня апельсинчиком. И даже если бы не закрылось, его бы все равно не было видно, так как основа будет у нас матовая белая. Я добавляю шишечку, выкладываю композицию. Парафин застывает достаточно быстро. И я специально делала слоями. Я посыпала, потом ждала немножко, пока застынет, потом еще посыпала, потом опять ждала, потом еще посыпала. Вот. Как я уже сказала, можно взять все, что угодно. Можно взять еловые веточки, можно взять сушеные цветы, можно взять какую-нибудь травку, обычные веточки. Все, что вам нравится. Вообще, мне понравилась эта идея. И, кстати, вместо масла можно добавить ваши любимые духи. Еще добавляю эфирное масло на апельсинчик, на лимончик и на шишечку. Досмотрите видео до конца, там я вам покажу, что буду делать из свечей, которые остаются после дня рождения. Вот видите, парафин уже практически застыл, убираю все лишнее с рамки. Это получается универсальный подарок, его можно подарить друзьям, родным, можно украсть его джутовой веревочкой. Для украшения вообще замечательно будет смотреться она здесь, но если просто так висеть, то мне не понравилась эта идея, я ее убрала. Взяла одну перчинку, обмакнула ее в парафин и приклеила к лимончику. Можно поставить как просто картину в рамке, можно повесить на стену. Мне кажется, это интересная идея. Можно просто сделать ароматное саше без рамки. Но мне захотелось именно так оформить это саше. Мне кажется, это более удобный вариант и смотрится очень по-новогоднему. И вот вам бонус. Я думаю, что у каждого, у кого есть дети, остается много таких остатков от свечей, которые уже и зажечь ты не зажжешь, вроде как новые нужны для дня рождения, и выкинуть вроде как жалко.
Тоже я их покрошила, я их буду растапливать. Из такого количества получается немножко, вот таких три сердечка. И на этот раз я буду добавлять туалетную воду. Вот такой цвет серо какой-то, даже я бы сказала грязный. Причем не вся краска растапливается, остаются кусочки. Вот. И, как я уже говорила, духи держат запах намного дольше, чем арома масла. Эти саше можно использовать для одежды, положить в ящик, где хранится одежда, и там будет приятный-приятный запах. Если вам понравилось это видео, ставьте пальчики вверх, делитесь им с друзьями, и до новых встреч!